пятницу, 10 марта, в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета прошел мастер-класс первого заместителя главного редактора российской газеты Юрия Лепского. В этот день Юрий Лепский ответил на все вопросы, которые были заданы студентами. И даже тема о том, как же стать главным редактором, не осталась незамеченной. Заместитель главных редакторов. Нет такой специальности. Ими становится потихонечку. Вот. Но я знаю немало заместителей главных редакторов, которые, к сожалению, не умеют писать и не умеют снимать. К сожалению, потому что я думаю, что для того, чтобы грамотно и хорошо понимать своих сотрудников, надо уметь делать и то, и другое. В один момент из зала прозвучал, пожалуй, самый волнующий всех вопрос – есть ли будущее у печатных изданий? На данный момент все свое свободное время молодое поколение проводит в интернете и, конечно же, черпает информацию оттуда, не используя печатную версию издания. Я не думаю, что печатная газета исчезнет вовсе. Тиражи падают, это факт, но падают у нас в стране, в Соединенных Штатах и в Японии. Они растут, вы знаете об этом? Так что не все так просто с печатными изданиями. Не у всех растут, правда, но есть газеты, которые могут похвастаться. Юрий Лепский отметил, что если же вы в свое время поняли, что журналистика – это не ваше и вам это не нужно, то бегите и начинайте заниматься тем, что принесет удовольствие. Диана Шилова, Роман Самарин, Универ Ньюс.